Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами Артем Динамик, и мы продолжаем прохождение The Murderer. Я подключил наконец-то клавиатуру. Так. На левую кнопку мыши у нас телепат. Все, нормально. Что, он меня уже заметил? Забыл я, на какую кнопку у нас зрение. На F. Трое их здесь. Ой, не казнил. Забыл, держать надо. Второй пришел. Прыгал. Они видят, как я прыгаю, что я не пойму. Прекратите. Прекрати. Ой, он смотрит на меня. Ну сколько вы будете меня искать? Так, ждем. Сейчас он вернется к нам. Минус один. Минус второй. Так, к тому надо подобраться будет. Оттуда. Все, минус 3. Вот. Ну, на клаву мыши, конечно, все проще. Так. Окей, нам, наверное, сюда. Ребята, тут с демонами воевал. Ничего, ну, ничего так ничего. Ну, благо, хоть с поездом не надо шалить. И тут открылась дверь.
Мне тут СМС прислали. У нас еще что-то произошло. Что-то плохое. Что-то плохое произошло. Окей. Так. А через эти двери что проходить? Слышали, что тот парень сказал? Ну да. Святого Бенедикта что-то случилось. В церкви что-то случилось. Обалдеть. В церкви что-то случилось. Сейчас будем бежать в церковь. Схватили, что за спешка, ребята? Куда это вы? Нет, нет. Ну, бежим в церковь. Бежим в церковь. Там, как говорится, разберемся. Так. Церковь Святого Бенедикта. Не, игра очень атмосферная, жутковатая. И это мне нравится. Так, еще 50 метров. Как здесь пройти-то? Церковь Святого Бенедикта. А, наверное, здесь обойти просто. Призраки эти на улицах. Жесть. Так. Сюда. Сюда. Ну, так побыстрее можно передвигаться. Еще для этого это стоит. Копы и воры не особенно реагируют на огни полицейских мигалок. К ним привыкаешь, но иногда от их звука вдруг идет мороз по коже. И тут ничего не поделаешь, ведь на этот раз дело касается лично тебя. Кого-то убили. Слава богу, ты жива. Нет, Джой! Джой, не надо! Зараза! И он такой спокойной походочкой за девочкой. Лейтенант, я поймал ее на лестнице. Говорит, что знает священник. Где отец Макколи? Что с ним? Отведи ее в мою машину. Я сам допрошу. И напомните Бруилсу, что дверь нужно охранять. Это простой вопрос. Ответьте! Полегче там с ней. Эй, а Бакстера нашли? Нет. Я поехал в участок, потом был у него дома, нигде нет. По-моему, с ним что-то случилось. Скажи честно, ты раньше видел что-нибудь подобное? Я бы сказал, это просто бред какой-то. Да. Это за гранью всего человеческого. За гранью? Мне нужно попасть на место преступления, пока они не смели все улики. Угу, начать расследование.
Блин, опять демоны. Что-нибудь с крайними надо сделать. Прятаться сильно негде. Ладно. Будем надеяться. Так, отвлекалки больше нету. Ну, демон, давай уж, подходи. Будем полчаса сидеть здесь. Где-то. Я иду без тебя, друг. Ой, не то! Так, окей, он вернулся на место. Не той ножом. Ну, с тем просто будет. Отлично, последний демон. Сейчас он сделает кружок. Вроде больше нету. Нет. Эх, надо было его запетлюрить. Так. Есть. Полтергейст. Давайте мысли пока почитаем. У этого подонка ничего святого. Так. Разбомбил тут все. Опа. Вторая девка. Айрис. Колокол.
камни статуи. Задавлено. Орудие убийства. Одна из шести. Уволокли. Сокрушающий удар. Битые стекла. Грубая сила. Тяжелая. Делаем вывод. Нет! Нет, пожалуйста, перестань! Прошу, оставь меня! Не надо! Чуть не очень похож на Бакстера. Бакстер жирный. Если бы она осталась в больнице, была бы жива. Будь готов отпустить то, что тебя тут держит. Помни о том, что ты не виноват. Прости. Сестры воссоединились и ушли. Что ему еще тут было нужно? Окей, что же еще ему, говорит, тут было нужно? Затепашиться никак. Где это окно? Вот тут. Вон дверь открытая. А, это мы сюда пришли. Сколько народу убитых, гляньте. О, черт. Ну-ка. Напугана. Падающая. Нуждается в помощи. Окей. Нет шансов. Покалечен. Осколки. Повержен. Все перевернуто, тебя не смущает? Мисс, что с вами? Вы так резко замолчали? Понятно, здесь стоит полицейский, но мы его не видим. Он не прессовался. Он гнался за ним, не за нами. Так, можно сделать вывод, но есть еще две улики.
дверь. Кажется, нас ждет. Так, давайте сфотографируемся, нам нужно на торжество. Все заходите. О, Боже. Она жива? Все нормально, все хорошо, хорошо. Отпусти, отпусти, он здесь. Что? Эй, послушайте, вам придется уйти. Ногу сломал. Нет. Нет, нет, нет. Это не характерное для звонаря убийство. Это случайные жертвы. Он охотился на Айрис. В комнате Джой могут быть еще улики. Окей, идем в комнату Джой. Это наверху, если не ошибаюсь. Вот она. Священник. О, Боже. И что теперь я должен ей сказать? Зачем убийца сюда приходил? Давайте изучим. Хотел защитить Айрис. Правда, не уверен, что Джой от этого станет легче. Проклятие. Ну да. Смотрит. Обнаружен. Так, здесь его обнаружили. Фотка. Теперь он знает. Так. Кошка была напугана. Так, еще одна улика где-то есть. Так. Кстати, банши. Одной не хватает, ну ладно. Так. Еще одна улика. Где же она может быть? Может быть. Как он проник, наверное, надо узнать. В окно, наверное. Как он попал сюда? А что тут? Послание призрака первое собрал. Ну вот, ладно, это так. Игрульчики, гитара, бухло. Так, очевидного я тут не вижу. Давайте тогда. Просто я знаю то, что вы выход не сделали. Ее не назовешь идеальной соседкой. Да и грубовато она немного. Зато комната очень хорошая. Со временем вы поладите. Не волнуйтесь, я умею ладить с кем угодно.
Отлично. А вот и комната. Пришли? Отец? Что с вами? Беги, беги! Убийца пришел за Джоей, а убил Айрис. Этот след никуда не ведет. Кроме того, что он знает, что так про где Джой. Же Бакстер? Если его здесь нет, значит, ему придется объясниться. Ну, что скажешь? Что-нибудь видела? Ну-ка, киса. Тихо, киса. Тихо, успокойся. Это всего лишь тринароном. Кс-кс-кс-кс. Ключ упал. А тут что за хрень? Убийца что-то здесь выронил. Может, кошка сумеет достать? Куда упала? Ой. Благодарю. Ключ, конечно, какая ложка. Знакомый дом. Знакомый дом. Так. Дом правосудия, да? Вот оно. Его убежище. Надо попасть в дом правосудия. Разбито. 7 из 8 улик. Спасению. Демоны? Так, ну ладно, нам вниз. Лестница. Так, я забыл. А, может, из окна выпрыгнул. Так, как я сюда попал? Так, вон там демон ходит. Появился. Так, здесь окон открытых нет. На сторону демона полюбасу. То есть, как будто без вариантов. Ниже этажом. А, вот.
что ты застыл-то? Так, давайте посмотрим, как уходит. Ну давай, полтергейстик. Так. Перейти в город. Ну ты же призрак, вытащи меня отсюда. Давай. Поверь, так будет лучше, правда. Ну да. Но что там произошло? Он не мучился. Ты врешь. Он погиб, защищая невинных. Все, что могу сказать. Он погиб из-за меня. Эй. Невменяемость не поможет тебе уйти от обвинения в незаконном проникновении и побеге. Так что хватит прикидываться, ясно? Рекс, отвали от нее, а? Может, объяснишь нормально? Нет. Так я и думал. В участке решим, что с тобой делать дальше. Почему со мной вечно проблемы? Джой, скажи ему, что мы нашли. Они должны знать все. Попробуй его как-нибудь убедить. Куда пойдешь? След убийцы ведет в тот особняк, который мы видели в музее. Расскажи о нем Рексу. Возможно, это логово убийцы. Ладно, попробую. Что ж, дорогие друзья, на этом закончим серию. В Дом правосудия пойдем уже в следующий. С вами был Артем Динамик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Я думаю, что развязка уже близко. Всем пока, друзья, до встречи.